Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Вероника! Всем привет! Скажи, да, у нас сегодня утро. Суббота, 18 июля. Папка дома. Детки играются. Уехал, приехал сразу. Ну да, вчера утром я уехал. Сразу попал на работу. Ну, давай, рассказывай. Да? И без 10 я уже был здесь. Здравствуйте. На час я маршрутка задержалась чуть-чуть. Ну как сказать, ну относительно на той неделе, когда мы были с Кириллом, то на полтора часа, вчера на час. Ну, все равно быстро доехали. Приехала очень нормальная была погодка, и буквально через полчаса пошел ливень, дождь. Вчера в Брянске вообще ужас. Но сегодня погода отличная. Облачная. С прояснениями, как говорится. Да? Вероника, играйте тоже, а то не видишь, не ножками, а ты ножками не можешь, надо ручками играть, да? Смотрим сейчас фильм, классный фильм. Не знаю, Татьяна, смотрели с тобой, да, «Побег из Шоушенка». Ну, с 4-го года, по-моему, фильм, вообще, играет Тим Робинс, Морган Фриман. О, Вероника не досталась! Вообще, про тюрьму Шоушенка. Илья, что такое ты сбил? Пульт? Пультик сбил, да? Да. Сбил пультик. Вероника, давай играй с ними тоже. Ножками, давай. Давай. Опа. Опа. Кидай, пусть Вероника. Пусть накинет. Давай. Кидай. Кидай, Вероника. Ну, кидай. Так, на камеру больше смотрит. Эй, отняли Вероники мячик, да? Играйся, Вероника, тоже. Ну что, мы встали, покушали, да, как обычно. С утра омлетик. Омлетик покушали. Да. Где мячик? Полчаса. Что? Полчаса. Ягоды, полчаса. Ягодок поели. Да, ели все ягоды? Да, все. Уже. Вероника, кстати, тоже вот любит эти ягодки, больше, чем клубнику. Клубнику она вообще плохо ест. А вот это, она не земляника, она такая, между клубникой и земляникой, такая лесная ягода, как бы, садовая ягода, я не знаю, что типа такого, короче, не знаю. Вот, ну что, какие у нас сегодня планы на сегодня? Пока отдыхаем, сейчас Татьяна будет собираться, пойдет за перцем. Да, сегодня хочу нафаршировать перчиком сделать. Потом сейчас Сашу куплю перца. Ой, как красиво лезет. И буду готовить. Я пойду в праздник. А потом сегодня пойдем, да, на праздник, там, в аэропарк. Сегодня, не дай бог, будет погода, потому что это проходит на улице, будет экстрим-шоу, да, там будет. Да, экстрим-шоу, там очень такая интересная, насыщенная программа. Интересно, да. Будет 4 часов, но мы попозже отходим. Это часов 6, не раньше, потому что мы что-нибудь поспали. Мы тогда пропустим ее. А? Мы пропустим программу эту. Папа, там будет делать на ОДА. Сейчас к 5. Папа, потому что надо 6. На ОДА. 2 часа. Потом там будет концерт, там конкурсы. А сама экстремальная эта программа, там, я не знаю, потом будет именно 2 часа. Ну, к 5 пойдем. Ну, сейчас положим спать. Часов к 5 пойдем уже. Папа, это еще там будет на ОДА. Очень много будет народа, конечно. Поэтому я быстренько пойду за перчиками. Там будет 5 часа в конец. Концерт будет, по-моему, 6 часов. Там «Живая вода» выступает, брянских коллектив. Тип, что-то еще конкурсы, там призы какие-то будут разыгрываться, ну там какие-то были в аэропарке, я не знаю, стилисты, что-то такое, они уже были, просто будут именно. Много будет, и музыка будет, и посмотрим, что будет. Посмотрим. Я сам не знаю, что там будет. Посмотрим. Ну, сегодня, кстати, им новости. Это... Ну, это да, потому что на улице дело будет. Паук. Посмотрим, посмотрим. Человек-паук. Человек-паук будет? Ну, не знаю, будет, не будет. Человек-муравей точно идет в кино. Мы с Владиком уже сходили на Человека-муравья. И Человека-паука. Только уже давно. Человек-паука мы в том году ходили на Человека-паука, да? Да. Давай. Что? Там будет паук. Долго вспоминал, стой паук. Да, подумал, что сказать. А через вчера, кстати, вчера пришел, и Вероника меня оп, из-за угла встречала первая. Папа, папа, действительно, на ручке к папе. Галусь малыш бегала уже. Красавец, ну да, принимали ванну уже. Да! Да, солнышко, что ты? А? Что? Что?
А утром, как обычно, подъем в 8 у нас. Что, Аня? Ну, у тебя удар хороший, удар хороший. Удар хороший. Даже лазик сбивает головы. Ну, да. А Вероника наша только лазит везде. Подтягивается, лазит, запрыгивает. Гимнастика по ней плачет, кстати. Да? Ну, можно попробовать, что действительно такая пластичная и действительно. Либо, ну там, посмотрим, короче. Залезает везде, куда я буду. Ну, потому что девочка на втором по развитию. У нас есть с чем сравнить, два мальчика и девочка, это разные абсолютно вещи. Нет, ну вот у меня сестра была такая, что Ленка. Владик, что Илюша, они абсолютно такие мне, как они были подвижными детками. Но, что вытворять для нас свой год, другого они не делали. Не, ну вот такая Лена была. Мне кажется, сам девочка неподвижнее просто, напросто, пошустрее. О, так, так. Классный удар поставил. Оп, почти. Ой, молодцы. Оглушили, вот как раз радуется. Так. О, маме забей. Он меня забил. Вот так вот. Илья, аккуратно, аккуратно. Выше меня. Ой, так, ладно. Играемся. Татьяна будет уходить и укладываем деток спать пораньше, да? Чтобы да. Пойти на праздник. Хорошо? Хорошо. Все, увидимся. И смотрим фильм «Побег из Шоушенка». Кстати, советую, кто не смотрел. Наверное, все посмотрели фильм, классный фильм. «Побег из Шоушенка», кино идет. Итак. Татьяна пришла, да? Да, сходила. Вон перцы наши варятся. Да, перцы большие такие, зелененькие, свежие. Запах прям пошел. Помягче станут и будем. Чего будешь? Начинять. Чуть не больше. Да. Это все перцы, да? Ну да. Небольшие все. Фарш куда? Приготовила уже фарш, чеснок, лук, перец, соль, в принципе, яичко. Кстати, белок сбила отдельно, сейчас добавлю тоже туда его уже. Что-то перемешаем. Ясно. Будем вкусняшку кушать, да? Да. Немножко риса, да? И все же, наверное, сначала думала делать без риса, но не знаю, я боюсь, что немножко не хватит. А, именно фарша? Да. Поэтому, наверное, немножко все-таки немножко добавлю, не знаю. Что-то мне хочется без риса, хочется... Ты как хочешь. Ну, все равно, и так, в принципе, ну, да, у меня без разницы. Чуть-чуть добавлю. Посмотрим. Поэтому сейчас все перемешаем дело и уже перцы будем начинать. Да. На улице погода, не знаю, вообще очень непонятная. Солнышко светит, прямо жарко становится, ветер дунет, холодно. И как одеваться даже, я не знаю, вечером сколько идти. Ну, вечером. Вечером. Нет, все равно к вечеру. Ну, поздно придем, посмотрим, где-то в 10. Ну, вчера уже все равно холодно. Да, звонила бабушка, кстати. Передавала всем привет, солнечные Анапы. Вот, спрашивал про деток, мы в следующей неделе вы приезжаете, да? Да. На улице никого? Никого на улице, да? А нет, тут сидят. Нет, там, нет. А, детки наши спят. Да, пожелали, пошел побежать. Да? Ну, кино посмотрели, как раз «Побег из Шоушенка», он тоже досмотрел. Вот. Замешиваем. Фарш. Газ не потух? Нет. Маленький. Так, ясненько. Ладно, потом уже покажем результат. Правильно? Ну да. Снимаю на iPhone. Заряжается. Аккумулятор батареи наши. Давай. Что-то фиксация какая-то. О, что-то непонятно. Не люблю я снимать на телефон. Получается. Ну, я привыкла просто, да. Да. Кто как привыкает. Да. Ладно, короче, непонятно, кто как одет. Да, как одеваться на улице, вообще пока понятия не представляю. Там с балкона смотришь, что непонятно. Особенно, как одевать детей, вообще не знаю. Я просто думаю, нет, взять, если что, все равно куточки взять, такие легенькие, кофточки. Ну, да. А так можно и в легеньких пройтись, в принципе, нормально. Я не знаю, посмотрим. Ладно, время уже второй час. Приготовим, покушаем и уже будем собираться на улицу. Да, сейчас скоро будет должен уже Бог. За вчерашнюю Татьяна снимала. В основном по Теткиной вопросике, да? Ну и что?
Сейчас приготовим, чтобы маску для лица сделали. Маску? Да. Ладно. Полежу немножко. Похоже, увидимся, да? Да. Итак, перцы наши уже готовы. Такие вот они мне получились. Я излила соусом. И вот такие вот уже готовые перчики у меня получились. Сейчас будем скоро кушать. Наверное, перчики, наверное, сказать, на ужин будет. Сейчас будем есть суп. Потому что детки у нас всегда на первые едят суп обязательно, да, Ладик? Угу. А перцы уже будем кушать вечером. Так, надо закрыть крышечкой их. Это у нас кастрюля не наша. Я, кстати, забыла привезти с собой задимую. Тоже забыла, просто не стала добрать ее. Она громоздкая у нас очень была. Это старая кастрюля, ну, как бы старая кастрюля была, короче, здесь, поэтому надо что-то купить, какую-нибудь такую побольше кастрюльку, где можно реально готовить побольше перцев, свою приобрести. Мне все равно побольше, как бы, с крышкой, потому что тут крышки этой кастрюли нету. Большая. Ну, побольше, да, кастрюлька побольше, ну, это, чтобы можно было готовить такие большие блюда. Что здесь была, мы ее взяли попользоваться, да, большую именно. Так. Так, детки наши уже начинают просыпаться помаленечку, и Илюша, и Вероника, там, Сережа. Блок уже... Чего? Блок вышел? Полчаса тоже. Энергия настроилась. Ага. Ну, показала перчики. Да, показала перчики. Запах после квартиры. Готово уже все. Все можно. Да, у нас там... Маленькие слоники живут. Да, над нами, по-моему, это ужас. И, в принципе, и мы, ну, мы, наверное, наши, так, нам же там тоже их не засчитают. Ну, как наши бегают. Ой, кошмар, конечно. Ну, проснулся, да. Слышим, да, вроде проснулся, не знаю. Заснула ты. Или заснулась, а то, что проснулась, сидела там. Какой-то фильм идет, аж, знаешь, фильм? Старперцы, да. Думаю, тут уже что-то я это... Думаю, смотрела я уже. Глянула так одним глазом. Так, ну что ж, потом деток, наверное, подниматься уже будут. И... Да, вот поесть минут 15-3. А что время? 15-3? 4? 15-3 еще. А, 3 еще? Ну, уже, ну, хотя бы у пятого. Ну, да. Дали бы скорее. Да. Потому что, так, ладно, будем все скоро кушать и увидимся немножечко попозже. Ну и давайте немного пошумим. Скажите, пожалуйста, как вообще ваше настроение? Вам нравится? Еще такое сделаем через денек? Да? Ну вот тогда руководство, наверное, тоже где-то здесь, да? Все оно слышит вас, что через день вы захотели такое же шоу. Поверьте, это не так просто. Поэтому мы будем стараться и, конечно же, будем удивлять. Все ли у нас готово? Да. Алло. Да, отлично, уже начинаем. Наши спортсмены немного разминаются. Давайте их поприветствуем! Смотри, Илья, на велосипеда пишешь? Thank you.
так что. Смотрите дальше, внимательно. Это 18+! А мы с поголовной замуж. У меня, кстати, дети какие-то. Пока нет. Так, ну что, может быть, что-нибудь. Спасибо вам, что оставили меня в живых, и что я еще буду папой. Это просто круто, друзья, дайте ему аплодисменты! Девушка, ты готова? Ты ничего не боишься? Совсем? Вообще ничего не боишься? Вообще ничего? Да-да, давай. Я пойду сразу за подарком, потому что, поверьте, это достойно подарка. Молодец. Сильных людей.
вот так мы ходим, да, скажи? Да? Что? Ручку? Пойдем к маме. Пойдем. Давайте. Оп, за ручку идем. Там тут еще происходят какие-то шоу. Не, красиво, интересно, да? Классно. Еще брейк-данс будет сейчас, батл. Там снимал, да? Что? А где Вадик? Там стоит? Там стоит. А давайте два, два парня. Оп, вот оп, поднимите оп. Руки. Те, кто сильные парни. Парни сильные. Мне нужны взрослые сильные парни. Давай и там, ну там оттуда уже. Вот там. Граненько. Кто насчет первым мы решили? А, понятно. Так, старый добрый мир. Кабанная ВДН, Чичи, по! Все на ваши сцены, на ваших глазах. Матвей начинает первым. Я времени показываю. Раз, два, три. Поехали. 90 градусов. Матвей, чуть пониже ручка, чуть пониже. Вот так. Поддержите Матвея аплодисментами! Давай, Матвей. Ты слышишь, как за тебя болеют брянские зрители, наши гости, жители города Брянска. Докажем, что у нас много богатырей. Давай, Матвей! Если тяжело, то ставим на место. Матвей держится из последних сил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай. Стоп. 32 секунды, 46 миллисекунд. Друзья, аплодисменты. Александр, вы готовы? Подожди, Саш, с кем ты пришел? Один? С другом. Друг, болеет за тебя, а то не слышно даже его. Давай, болей за друга. Друг за друга. Итак, Саня, поддержим Александра. Все запомнили результат, который у нас был 32-46. На старт, внимание, поехали! Не-не-не-не, 90 градусов. Стоп. Не так схватился. Давай, встряхни руку. А, все очень просто. Я показывал уже так, да? Вот. Вверх не надо поднимать. Хорошо? А то лишние секунды не видно. Итак. Саня, раз, два, три, поехали! 90 градусов, можно чуть пониже даже, вот так, да. Давайте, друзья, поддержим аплодисментами, тоже станет победителем года в нелегком испытании, поверьте, это не так просто, нагрузочка не такая, особенно без разминки, без тренировки, и просто это... Давай. Стоп, рука стала уходить вниз. Друзья, совсем на немного, 35 секунд! Аплодисменты! И, внимание, подарки! Конечно же, подарки у нас сегодня достаются всем. В первую очередь победителю достается, внимание, Революция Фитнес, современный спортивный клуб, идущий в ногу со временем, только здесь для вас, фитнес в стиле ГТО. Что такое ГТО? Готов к труду и обороне. Итак, лучшие спортивные традиции Советского Союза в новой России. Революция Фитнес, более 1000 квадратных метров спортивных площадей. Вы можете тренироваться в огромном тренажерном зале, пользоваться самой большой в городе кроссфит-зоной. Кстати, про кроссфит вообще все нахваливают. Посещать групповые занятия в уроком зале и использовать современное кардиооборудование. И я тебе дарю, внимание, подарочный абонемент. Сейчас их у меня много, но один самый главный. Так, подождите, где аплодисменты нашему участнику? Еще планируют, да много. Держи подарочный сертификат фитнес-революция. 3 месяца безлимитного фитнеса. А это тебе, одному парню, нашим парням. Ну, ты не уходи, подожди, я тоже не подарок. А?
Обезьянка. 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 Чи-чи-чи, да? Обезьянка. А? Не знаю, что сказал. Кручу, верчу. А не знаю, будем мотоцикл уже? Они проезжали, она уже были, да? И еще три, да, друзья? Были, да. Полгода! Полгода! Тренируемся! А теперь три. Очень много народа. Туда пойдем. Сейчас попозже пойдем туда. Попозже туда пойдем. Сейчас Владика забрать. Поедешь на этом? На паровозике, да? На пушке можно. На этом поедешь? Поедешь на этом? Нет? Батут там, да? Смотри.
гуляем. Силовое шоу Поехал Вадик на лебедях. Очень-очень горячая запятая в нашем сегодняшнем шоу, потому что
счет экстремальный скидок. Друзья, один вопрос. Вам понравилось? Вы хотите, чтобы такие праздники были чаще? А хотите, чтобы в Брянске появился велотриал? Ну тогда мы будем стараться радовать вас. Не-не-не, надо. Все, не надо, все. Давай. Ну, понижай. По самолетам. Видишь самолеты взять? Почти. Почти в середину забора. А ниже? Ниже давай. О, есть. Молодец! Вот так посмотрелись и пошли. Давай. Дай, парень. Дай сертификат. Все. Ну что, пришли мы домой. Ура! А? Ура! Наконец-то. А, понятненько. Илюш, я пришел, уже стрелял. Кстати, мы не снимали. Ну да, просто не успели. Ладика я сняла, получилось. А Илюшу, просто я держала пистолет этот, как автомат, как ружье, правильно. Ой, так, народ повалил весь на этот, на ночь скидок сегодня с 9 часов. Ну концерт. Честно, не знаю, где-то посмотрела. Да, там что надо уже забрали. Что надо уже забрали, уже все. Поэтому как бы мы... Так, нет, то что можно, ну с детьми, с тремя, конечно, с Вероникой. Да, конечно, можно было походить, потому что маленько. Так, ладно, покупочки мы тут в линии и в ленте взяли. Пельмешки стародворские. Доставайте тут, Валерий, доставайте. Тихо. Пряники, да. Салат. Белая дача, ассорти. Доставайте молочку. Молочка. Домик в деревне. Три штучки. Опа. Еще молочка. Это вот эта вот безлактозная. Да. Глэйд, да? А, Глэйд, два Глэйда, да. Совершенство. И рис. И... Сметана. 3,5, кстати. 2,5 не было. Сметана. Так, ну спеши, не спеши. Батончик Прованс. Из ленты. Колбаса и сосиски. Сосиски, вот эти вкусные сосиски николаевские, это на... очень такая. Я не помню цену, 190 что ли. 140. Это за пачку. Это ну, 157 рублей, по-моему, это Навля. Поселок Брянская область. Кошки Феликса. Это брянской. Колбаса? С солями. Копченая нерская. Мне там вкусно. Арелька. Капсулы. 32 капсулы. Давай, доставай там Феликс. Что, все? А и хлеб. Взял многозерного бурже. Все, все покупочки. Вот такие мы совершили покупочки. Сегодня находились, да? Понравилось всем? Да. Ну да, посмотрели, скажем, шоу, или факиру там. Не, мне больше всего понравились на велосипедах, это триал. Да, триал. Здорово. Триал, мне тоже это, а показать, что я выиграл. А, Владик стрелял, да? И выиграл, но я не видел. А один выстрел сделал хороший. Нет, но это я попал. А? Я стрелял вообще с разрезом. Ему дали такой вот сертификат. На центр активных развлечений Легион. Питбольный клуб Легион. Но он находится где? Это, ну, там указано, не знаю, посмотрите, ну, контакты. По-моему, это где-то... Дуки, наш этот. Ну, на Кургане. Где у нас Варяг, да, где турнир был. Да, у нас был футбол. Да, да. Там, ну, хорошо, на 100 бесплатных футбол пинбол. Здорово, да? Да, классно, молодцы. Папа, еще там музыка бить. Давай я первый раз играл. Молодец. И хотя бы один выиграл. Молодец. Хорошо, погуляли? Музыка, я там плакала. Там музыка, да, там сильно громко, конечно, эта экспрессионная музыка была сильная. Что-то придется накладывать, потому что действительно там с ним очень было много музыки. Так, ладно, все, мы сейчас будем все это укладывать, мыться, спать и уже прощаться в самом конце будем, да? Да, большой такой ролик получится. Все? Итак, ну что, наш сегодняшний день подходит к концу, да? Да, суббота, 18 июля. В принципе, что хотели, отдохнули дома, а? На праздники были, ну, как-то, для Илюши сейчас праздник, ну, это как бы называется, вообще это было посвящено Аэроэкстрим шоу, да, называлось все это шоу, да. Ну, и ночь скидок там, ну, ночь скидок мы не попали, и смысла я не вижу в этом, когда скидки и так везде. Это все
Кто-то Владикову ножку мажет, хромает. А? Вчера опять набегался и на футбол. Не, ну для тебя праздник, то, что карусели там, да, вот это вот было. Пострелял ты, конечно, пинбол. Там молодцы, ладно. А, чемпионат России начался, да. Ростов Терек сыграет 1-1. Вот, так что, не знаю, нормально, ладно. Дети, то, что впечатление больше для детей, конечно. Да, не, ну, мне, вообще, весь вечер ходит. Ну, ему он забоялся именно вот этих велосипедов, когда со мной рядом стоял, потому что перед ним этот велосипед проехал, он запищал прямо, ну, этими колесами. Ну, молодцы, вообще, московская команда. Молодцы, конечно. Вообще красиво. Да, мне понравилось. А потом с одним из них сидели рядом, телефон заряжали. Я же видел. Да. Это же при мне он подходил. Нет, это же другой уже. Что он при мне просил девушек зарядку. А, да, да, да. Ну, да, что это не то? Тут вот, тебя не было, когда да, я... Где колеса? Где колеса? Где колеса? Да, да, он. Ну, да. Не, хорошо, хорошо. Отдохнули, посмотрели, все такие. Где колеса? А на следующей неделе День морского флота. Будем здесь смотреть первый раз. Воскресенье. У нас это называлось День Нептуна, здесь называется День военно-морского флота. То же самое, скорее всего, пойдем мы на площадь партизан, там у них постоянно все эти шествия. Но до набережной, конечно, мы не пойдем. Из ручки кормить! Хотя, в принципе, нет, в принципе, можно дойти там, потому что, там... Только оттуда надо будет сразу-то уезжать, потому что в горку я уже не пойдем. В горку уже я выйду. Это по бульвару Гагарина можно выйти. В принципе, выйти, да. Она ж не проезжает через здание, проезжает. А где там колеса, да, где... Да, все, все, все. Мы, наверное, только пропустили, наверное, мне кажется, вот, когда мы подошли силачей, эти тягали гирьки. Да, ну и фаер-шоу. И фаер-шоу было? Мотоциклы мои. А, мотоциклы мы пропустили. Мотоциклы пропустили. И вот эти гири. Может, что-то еще, не знаю. А фаер-шоу какое там? Ну, с огнем это как-то. А ты не сняла вообще? Я там чуть-чуть сняла, успела, там что-то, когда так, как прямо... Ну, мы с карусели как раз шли, да. Папа. Для колеса, для велосипеда, для колеса. Для колеса, для велосипеда. Но все равно красиво. Триал называется. Красиво, она, конечно, вообще шикарная. Ну, действительно, это тренировка сила воли, страх, если не преодолеть на такие штучки эти. И молодцы, конечно, ребята, они три не имели. Там 5 человек там было, да? Там большой потом. Да, 5 было. Лежали. Ну, тебе понравилось, да, Илья? И пострелял хорошо все, да? И Владику тоже, да? Понравилось все? Да, ведь всегда колеса. Да, колеса. Я Ника потанцевала. Да. Побегала, да? Да, танцевала, аплодировала. Хорошо, хорошо. Так, ну что, прощаемся. Завтра воскресенье. Да, наверное, будем дома. Да. Просто погуляем. Будет праздник еще, будет Илья. Да, на следующей неделе будет праздник. Все, эмоции зашкали. Ну ладно. Так, ну что, прощаемся. Пока. Молодец. Спокойной ночи. Всем приятного просмотра, хорошего настроения. Всем пока-пока-пока. Пока. Пока-пока-пока-пока-пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставим комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Мы с вами завтра, 19 июля, воскресенье. Пока-пока.